Здрасте. На этот раз у меня лучник снова, но через воина. Билд такой, классы 18 воин, 1 волшебник, 10 таинственный лучник, 1 теневой танцор. Смотрите, здесь уже модификатор атаки намного больше, плюс 54 и урон 1.8 плюс 10. Благодаря тому, что у воина есть специализация на оружии. И вот на эпическом уже эпическая специализация в оружии. И у него больше фитов, чем у рейнджера. Поэтому тут и эпическая фокусировка на оружие, и много дополнительных других фитов. Он чаще получает воин навыки, чем некоторые другие классы. Так, качало полностью на ловкость. Тут большие спасы тоже, 16 стойкость, реакция 26, 10 воли. Ну, не такие большие, но... Так, вот персонаж абсолютно голый. В руках оружие плюс 5. Луку, длинный лук, составной наборный длинный лук, плюс 5. Стрела базовая. Бонус к атаке плюс 5 и могучая плюс 5. Вот. Стрела базовая, без дополнительных свойств. А теперь мы проверим... А, вот еще есть стремительный выстрел. Добавляет плюс 1 атаку. У нас сейчас плюс 6, сейчас как бы плюс 7. Просто баг на ориентера. И в окне героя, ну, на листе героя не показывается это. Вот. Раса у нас дроу. Теперь мы все это проверим на деле. Так, если там не нежить. Вот, отлично. Ну, что-то быстро все прошло. Крита на не отобразился. Надо посильнее врагов. Посильнее, лишь бы не нежить. Вот ты, блин, эти криты ему надо очистить. Вот отлично, паучки. Сейчас он пройдет смертельно. Это... Нет, сохранился. Сейчас мы их начнем расстреливать. Вот у нас есть верный удар. 52, 54, 74. Давай, поехали, поехали. Вот критические удары по 67. Есть навыки, скажем, сейчас зачаровать стрелу, и все, я его прикончу. Почти прикончил. Теперь вот есть град стрел. О, критом попал. Ну и еще осталось испытать стрела, искать. Все. До свидания.